9 июня председатель партии «Справедливая Россия», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов принял участие в открытии выставки, посвященной Дням Республики Ингушетия в Госдуме. Мероприятие приурочено к 245-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России. На церемонии открытия с приветственным словом к организаторам и участникам мероприятия обратился Сергей Миронов. Дорогие друзья, дорогой друг Юнусбек Багиревич, слава ДВ. Я с большим удовольствием сегодня принимаю участие в открытии Дней Ингушетии в Государственной Думе. Символично то, что в год 245-летия добровольного вхождения Ингушетии, ингушского народа в состав России, мы в стенах главного законодательного органа Российской Федерации проводим Дни Ингушетии. Сегодня, когда мы говорим о социально-экономическом развитии вашей замечательной гостеприимной республики, мы с удовольствием отмечаем, что Ингушетия входит в двадцатку тех субъектов Российской Федерации, которые демонстрируют самый энергичный рост всех показателей. Отрадно, что сегодня самая высокая рождаемость и больше всего детей в республике Ингушетия, 30% всего населения – это дети. Это наше будущее, и, конечно же, это здорово. Дни Ингушетии в Государственной Думе проходят в год 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. И мы, конечно же, помним и вклад ингушей в нашу общую победу. 27 представителей ингушского народа получили высшее звание Героя Советского Союза за участие в отражении нападения фашистской Германии. И вклад их в общую нашу победу, конечно, значителен. С большим удовольствием всех поздравляю с этим замечательным событием. Желаю нашим друзьям, нашим братьям в Ингушетии процветания, мира, счастья и так держать под руководством замечательного вашего руководителя, потому что действительно Юнусбек Евкуров – это настоящий патриот и своей малой родины, и своей огромной, великой родины России. Всех нас с этим праздником. Спасибо. Так держать.